Мы уже рассказывали о том, что 13 сентября во всех муниципальных районах Московской области прошла массовая акция по посадке леса «Наш лес, посади свое дерево». Самое активное участие в акции приняла строительная компания «Доверна», которая в очередной раз доказала, вся ее деятельность направлена на созидание и процветание любимого города. В последнее время Расторгуевский парк начал преображаться. Вдохнуть в него новую жизнь помогают и различные организации, ведущие свою деятельность в нашем городе. Одна из них – строительная компания «Доверна». Очень важно хорошие дела делать не вообще, а понемногу и каждый день. И вот посадка деревьев, да еще таких чудесных лип, которые мы приобрели в складчину с другими заинтересованными организациями для города, вот это действительно какой-то импульс к тому, чтобы жить лучше и более полноценно во всех смыслах. Чтобы труды не были напрасными, потребовалось много усилий. Подбирались лучшие саженцы, мелколиственные липы, традиционной парковой культуры. В этой работе строительная компания тоже приняла активное участие. Очень экологически чуткая культура, она сразу себя показывает, если что-то не так. Это вот сразу нам звоночек будет. Но мне кажется, тут очень хорошая атмосфера в Расторгуевском парке. Мне кажется, что здесь у наших липок очень хорошее будущее. А на следующий день сотрудники компании «Доверна» приняли участие в праздничном шествии, посвященном 85-летию образования Московской области и Дню города. Чудесный город, чудесный район, чудесные люди. Хочется пожелать всего самого хорошего, чтобы эти 85 лет, так сказать, повторялись в будущем. Чтобы вообще будущее у города, у района было совершенно безоблачным. Точно так же, как небо у нас сейчас над головой. И хочется сделать как можно больше. И, наверное, будет очень качественно и хорошо трудиться. Мы будем строить только очень хорошо для вас, дорогие видновчане. Хорошие слова, сказанные генеральным директором «Доверны», сочетаются с полезными делами, направленными на благо нашего города. «Доверна» всегда в гуще событий района, а значит, полезных дел на ее счету будет еще немало. Татьяна Брылова и Адамия, Евгений Садовский, Наталья Буслаева, Видное ТВ.